Всем привет, ребят, с вами Виталий Зеленый. Сегодня мы с пацанами собрались. Дима, приветики. Деня, Пирожуля, собственно, персоной. Сегодня у нас, наконец-таки, тюнинг, сельской тюнинг копейки. Копейка, как вы знаете с прошлого видео, у нас сейчас не заводится с ключа. Ее приходится заводить только с толкача. Прям рифа какая-то. В общем, сейчас мы отправляемся в город на базар. Ну, у нас же сельской тюнинг. Какие-то там наклейки, всякие штучки, прибамбасы поищем. Мы думаем ее покрасить полностью. Красненький. Обновить красненький цвет. Смотрите, он уже выгоревший такой цвет. Красный, но выгоревший. Мы хотим ее сделать яркой-яркой. А наш YouTube-мобиль, может быть, какие-то надписи придумаем, связанные с YouTube. Но это же, я же говорю, опять же, повторюсь, это YouTube-мобиль. Сделаем конкретно такой пацанский YouTube-мобиль сельской. Жесткий. Сразу перед началом видео поставьте нам лайк, подпишитесь на канал, если не подписаны, и будете следить за тем, как у нас будет продвигаться тюнинг. Жмите эти все колокольчики, и первый час помните, что я лайкаю все комментарии, отвечаю на них, так что активничайте в комментариях. Так, стоп, не проматывай. Хочу тебе посоветовать реально крутой канал, на котором сам сижу и залипаю на видосики. Вот, канал Джея. Реально крутой чувак, который снимает про мистику, про заброшки, про привидения. Реально много крутых видосов. А я знаю, вы меня любите, мистику, заброшки, вот эти все ужасы. Я, как всегда, много разговариваю, просто оцените. Трупы на втором этаже. Есть кто-нибудь? Мне очень-очень-очень страшно туда спускаться. Идем отсюда быстрее! Мы вернемся сюда ночью. Также у него проходит крутой розыгрыш. iPhone 7 и 10 тысяч рублей. Что же нужно сделать, чтобы выиграть? Подписаться на его канал, поставить лайк под первым его видео и отписаться в группе ВКонтакте. Все подробно найдете у него на канале в описании. Все, переходите, ребята, подписывайтесь. Реально тема, если хотите побояться, бойтесь вместе с ним. Сейчас мы отправляемся с пацанами, закупаемся. Нам нужно ее промыть. Сегодня у нас до вечера полностью все распределено. Вот так, по частям. Сегодня такая погодка, на улице солнышко. Просто отличное настроение. И наконец-то тюнинг, я думаю, многие из вас это ждали. Летим с пацанами на всех парах. Закупаться для капушечки. Посмотрите, просто солнечно. И не скажешь, что скоро зима. Красота. Лайкусик, ребят, за настроение. Если у вас тоже поднимается настроение. Прилетели мы на базар. Идем на железку. Сняли косарь гривен. Это где-то 3000 рублей на русские. В долларах это сколько? Косарь гривен. Где-то 30-40 долларов. У нас же сельской тюнинг копейки, поэтому у нас пока небольшие бабки уходят. Будем потихонечку в нее вкидывать. Ну, реально же сельской тюнинг. На меня так все обращают внимание, думают, ну, дебил. Идет с камерой. А у меня хорошее настроение, мне пофиг. Нашли мы красную краску. Вот спрашиваем у дедули, сколько нам где-то выйдет. 4 краски, да, я думаю? Ну, и беленькую. Ну, давайте нам тогда 4 баллончика краски и одну беленькую. И сделаем, как я и говорю, может, надпись какую-то подкрасим. Можете помогать YouTube. Дедуля не понимает, с кем я там общаюсь. Такой смотрит, че, блин, типа, примацанный какой-то. Уже посмотрел. Ну, говорит, хорошая красочка. Я думаю, 4 там. Телепают. 4, я думаю, вполне хватит, мне кажется. Я покупку красил, 3 штуки аж потратил. Ну, 4, если что, докупим. Ну, типа, мы же должны экономить. У нас это уже выйдет на 500 гривен. Это уже пол нашей суммы. Все, начало положено, краска у нас есть. Сейчас летим дальше, еще какие-то штучки разные попокупаем. Наклеечки. Наклеечки, нам вот интересно наклеечки. Еще, может, что-то придумаем. И летим, помоем ее, подмоем и летим красить. Короче, сейчас покажем, что еще купили. Купили пахучку. Купили наклейку. Мочалочку. Сейчас еще хотим большую-большую назад наклейку, большую купить. У нас нет, это опасно, зеркало. У нас нет зеркала заднего вида. Нет. Купили на присоске. И сюда повесим пахучку. Ну, получается, на зеркало заднего вида повесим пахучку. Купили мочалочку. Ну, еще одна наклейка. Сейчас хотим, я же говорю, большую наклейку купить на заднее стекло и еще что-нибудь поищем. Очки купили для имиджа. Для Поугараем. Будем блатовать.
Ну все, полетели дальше искать в поисках. Это у нас вышло еще на 200 гривен, у нас сейчас осталось всего лишь там 350-300 гривен. В общем, полетели еще что-нибудь искать. Вернулись до дедули, взяли еще такие вот катафоты. На двери там поналеплять такое. И сейчас еще возьмем вот такую движуху. Вон, Лада налепим. И у нас же Лада 1.3. Что будет у нас 1.3? 1300. Ну, в общем, будем лепить то, что можно. Что? На болт. На болтик, да? Это решетка, ну, видите, вот решетка. Да ты что, ласточка будет жесткая, да? Да. Давайте, вот-вот. И что еще? И я же говорил, что там вот эта лада и скотч двухсторонний. Фу, ты что, ребята, я такой радый. Нашли просто пушечку, то, что я искал, орла. На заднее вот так вот стекло, копейки. А это глаза. А это куда? Или на лобовуху, на переднюю, на лобовуху, или на капот, на передний. Тоже будет круто. Кстати, Дима дурик у нас, именно долненок. Просто нет слов. Получается, заехали тут предприятие какое-то. Тут макулатура, все дела, непонятно что. В общем, заехал грузовой автомобиль, перекрыл нам вход. И нам теперь полчаса просто так стоять, ждать. И мы не можем выехать. Ну, скажите, нормальный человек или нет? Есть простые нормальные парковки для нормальных людей. Нет, взял, заехал, на него тут набубнели. Петух, ой, орел, орел настоящий. Все, теперь ждем полчаса, едем нам в Капуху. Откройте нам! КамАЗ, отъедьте! Все, наконец-то добрались мы домой. Разложили на капоте свои покупки, все, что купили. Подкачаем колеса, заливаем бензинчик и полетели. А, наш у нас еще столкача только заводится. Сейчас столкача нам на нее нужно толкнуть. Приехать на столок мыть, потом опять столкача толкать. В общем, наморочимся с ней. Но, я надеюсь, это заслуживает лайка и подписки на канал. Можете писать свои идеи, что нам еще сделать с машиной. Ну, мы так посмотрели, можно там, смотрите, там стекла еще поменять, мухобойку сюда прикрепить. Ну, я же говорю, такой сельской тюнинг. Не нужно, типа, заморачиваться и писать там, ребята, что вы, типа, херню там городите, может, кто-то напишет. Фишка этого видео в том, что мы подешевле на нее тратим, и получается такой сельской тюнинг, то есть деревенский такой, знаете. То есть то, что есть под рукой, то, что там купили за небольшую сумму, что увидели наши глаза, то есть, что написали вы в комментариях, тоже будут сюда лепиться. Вот так, лепиться просто. В чем движуха, что нам ее нужно столкача заводить? Постоянно. Ну, ничего, мы это тоже устраним. Сажусь. Опа. Со второй. Да нифига. Ты сам ее не толкнешь. Давай, давай с разгоном. Давай вместе, я тебе помогу. И сяду, когда разгоним. Не очень такое развлечение. Хотелось бы, чтобы все было на мази. Давай. О, господи, что мы, дебилы, делаем? Толкали ее только что. Смотри, аккумулятор я забыл кинуть. Все вот это паникуешь, все движуху делаешь и забываешь о минимальных вещах. Фух, ребят, сбегал за аккумом, поставил его, закрываем и полетели толкать. Фух. Ребят, если я вас прошу лайки или там писать комментарии, это не значит, что я попрошайка или я с них зарабатываю. Просто комментарии и лайки продвигают видос в топ, так выше, продвигают. Вы этим очень помогаете мне развиваться, ну и т.д. и т.п. В общем, если я прошу вас лайки, то не жалейте, потому что вы реально помогаете продвигать канал. Давай, напрягись, тут уже должна. Аккумулятор поставлен. Тут еще прыжки, прыгнуть в нее. Есть! Капец, это смешно выглядит. Все, полетели. Ой. Так как у нас нету магнитов, у нас будет бас песни. Музыку можно подставить. Приехали мы до ставка, только что с пирожулей до такой степени круто вошли в поворот. Вот здесь, оттуда вот так и шли. И вот сюда вот, аж в грязюку, в яму влетели. Вообще так прикольно. Сзади, я же говорю, находится ставок. Здесь мы делали на этом месте, кстати, 24 часа. Опять под горку стали, чтобы ее потом толкнуть и завести. Сейчас намываем ее и летим тюнить. Тун-тун-тун-тун-тун. Опа! Хоп! Оп! Вот так надо мыть копеечку. Оп. Зачем ее? На мойку вести вот это, да? На, хватай. Сначала можно облить пару раз, а потом побежали обливать. Только смотри, в окна не попадай. Обливаем, протираем и погнали. Все.
Все, смотрите, пол копейки облито. Сейчас еще так пару раз, потом набираем, промываем и насухо вот этой тряпочкой вытираем. Мойся, мойся, труба чисто, чисто, чисто. Ребят, кстати, набирайте на этом видосе побольше лайков. Давайте 10 тысяч лайков, и мы с пацанами едем деревенский пикап на копейке. Уже затюненное немножко будет. Следующее видео, деревенский пикап на копейке. Вы там лайки жмакайте, набирайте нам, активничайте. И мы снимаем сельской деревенский пикап на копейке. Поисполняем, оденемся по-деревенски, будет круто. Там будем пикапить, готовьтесь. Так что, да, 10 тысяч лайков с вас. И побольше комментариев. Давай, нападай. Намывай. Ёшки. Смотри, грязная. Давай, погнал. Дрожу сексуальный. Погнал, погнал, погнал. Духовка огромезная. Вы там пока ставьте лайки, а мы моем. Помыли машинку. Все, красотка. Шоссалона, реально. Шоссалона. Все, сейчас наваливаем на покраску. Растопим гараж, дрова. Гараж растопим нафиг. И красим ласточку. Наконец-то мы приехали в гараж. На часах у нас, смотрите, 19:42. Когда мы мыли машину, было начало 4-го, только заходило солнышко. Но так вот получилось. Еще в гараже приехали, света не было. Ходили, там пломбы выбило. В общем, начали растапливать печку. Смотрите, тут такая печка, о чем я вам и говорил. Так как на машине конденсат, ну, и чтобы краска быстрее хорошо схватилась, и... Что ты улыбаешься? Чтобы быстрее схватилась, и никаких потеков не было, нужно, чтобы она хорошо просохла. Протерли ее. Сейчас там подготовка идет вовсю. Стекла затуляем. Но мы будем красить дедовским способом, не будем ее там покрывать, чем-то обрабатывать, там натирать. Просто-напросто. И все. В общем, обновим немного, ну, чтобы она была поярче, чтобы она у нас была жесткая. По всем радиусам капушечка у нас заделана. Здесь и номер. Катафоты не будем? Тоже катафоты будем. Я здесь такие решеточки, вот здесь, я их снял, белым покрасим их. Думаю, будет прикольно. Так вкратце все быстро и уматово, наверное, получится. Она потом ночь здесь постоит, засохнет в тепле, не будем выгонять. А уже в следующем видео, или аж в следующем, покажем вам ее, ну, как она у нас получилась на солнечном свете. Ну что, наконец-то у нас все готово, как говорится, погнали нахер! Короче, у нас есть самая яркая одна, дедуля нам сегодня продал, ярко-красная. Мы ней капот и багажник покрасим. Ну, а остальную вот такая вот она у нас. Как раз под цвет будет немножко ярче. Ну что, скидываем и полетели. Так, я чуть тут не начал красить. Ну, видите, но она ярче получается. Но она ярче получается, смотри. Кстати, что? Будет обновленная капушечка. Тут вообще один цвет, тут другой, тут, чтобы вы понимали, еще не красили. Перепады. Но так она у нас будет более-менее. Понеслась. Вот тут. Даже, видите, вот такую дежурку мы не исправляем ничем. Просто закрашиваем. Я же говорю, дедовский способ. Всегда верный. Опа! Блин, не продохнуть. Реально пришлось еще открыть пуля. Пришлось открыть гараж, чтобы выходило это все. И нужно периодически выходить на свежий воздух, а то не продохнешь. Позадыхаемся нафиг. Уже лучше получается. Капец, да? Скажите. Вон, смотрите, что происходит. Скажи, капец, да? Аж глаза пить. На глаза выедает. Очень все быстро продвигается, но выходим дышать, потому что слышно, как прям уже легкие выплевываешь, ну, токсины, вот эти все дела. Здесь такой яркий-яркий, а здесь переход вот таким вот цветом, светлее. Да ты что, какая красота у нас получается с дисками. Титаны прям! Титанчики. А я хожу еще, докрашиваю, знаете, эти пробелы так. Оп, оп, оп. А ты что, как выедем потом на пикап. Вот это все. Деревенский пикап. Будет такая красота, пушечка, капушечка. Ну что, погнали, волшебство. Щу.
Я думаю, вы догадываетесь, что это будет. Ба-бам! Ну, мы не художники, строго не судите, но тем не менее, смотрите, кнопочка YouTube. Вуаля! Здесь тоже, я думаю, вы уже догадываетесь, что у нас будет. Надпись. Там значок, здесь надпись YouTube. Получилась красота. Я говорю, опять же, строго не судите, не художники. Вот так вот все у нас. У нас еще Валик с Денисом приехал. Подкрепиться нам привез. Здоровайся. Здравствуйте. Мы тут уже задолбали, столько это все возимся. И сзади. Денис, спасибо за хавку. Подкрепил нас, потому что целый день сегодня, целый день снимаем. Фух, устали. Похавать, приятного аппетита. Ну, красота сейчас будет. Сейчас вот это сейчас все снимем. Здесь еще наклеечки лупанем. YouTube. Здесь тоже наклейку. Сюда. Будет красота. Это еще не все, я же говорю, еще будет много видео, где мы будем ее тюнинговать. Будем на нее лепить все, что только вздумается. И то, что вы пишете, тоже будем лепить. Сейчас сюда клеим наклейку, назад клеим наклейку. Всякие штучки вот эти, фонарики клеим. И покажем, что у вас получилось. Ты такие, ой, орлы. Да ты что, смотри. Совдеп, а прикольно выглядит. Да ты шо? Шо это такое? Не особо будет видно, но оно как смотрится, скажите. Вообще красота. Андрюха сюда наклеил еще. Это как она подмигивает. Тонировочкой сделал. Ой, шо еще? Все надо поспоминать. Здесь наклейка. Ну знаете, настоящий сельской тюнинг. Ну в деревнях, в селе так и делают. Ну, мы так лично делали. Получается наклеивают до такой степени всю вот эту движуху, что нифига не видно. Погнали дальше. Здесь катафоты. Раз, два. Решеточку белым покрасили. Здесь тоже YouTube. Орлы. Ну вообще выглядит в принципе красиво. Белые диски. Ну согласитесь, ну блин, я не знаю, кто не согласен. Я не знаю, чего вы словно не согласны. Ну согласитесь, вид приобрела. Здесь наклеили вот эту движуху. Лада 1.3. Ну здесь тоже была старенькая. У нас еще и здесь. Тут все знали, насколько она мощная. Так. Что еще? Ну покрасили, естественно. Здесь у нас все-таки получилось прикрепить огромное такое стекло заднего вида. Пакучка распахлась на весь салон. Целый день потратили, подготавливались, занимались, делали, пахали. Вот что у нас получилось. Мне интересно теперь, как она будет выглядеть на солнце, на дневном свете. Но я вам скажу, намного уже лучше смотрится. Просто сравнить, как она была до и после. Такой YouTube мобиль получился. Смотрите. Ох, и прикольно. Смотрите. Вообще красота. Ну, я думаю, вам такое видео понравилось. Вы давно говорили. Когда, Виталя, когда тюнинг? Вот, пожалуйста, ловите тюнинг. Такой, начало только. Там дальше и салон пойдет. Может, и тюнинг, подсветку сделаем. И подушечки в салон. Там чем-то обошьем. Нам еще нужно будет сделать походовки. Там, ну, по мотору, чтобы она заводилась. Она, кстати, у нас сегодня через раз заводилась. Много идей, много планов. Обязательно пишите свои идеи, что нам сделать. 10 тысяч лайков и делаем деревенский пикап на вот этой жиге. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на мой инстаграм. Пишем комментарии, первый час я их лайкаю. И вот эти все колокольчики жмите. И давайте, до новых видео, до новых встреч. Всем пока-пока.